בוקר טוב, שלום עליכם, שיהיה דברי תורה לעילוי נשמת הרב מרדכי בן תמר, שמחה בן דינה, להצלחתם אצל רפואת, עם ישראל רפואה שמה לך, אסתר בת תמר, אחי רחל בת יפה, וגם מולו ששון בדלף, בן אסנת, פרדרז'יים דף יומי, טרקטט פסחים, סטרניצה טריציסימיה, זדז גמרא גברית תקטנו רבנן. Мудрецы учили, что в Песах есть спор, делают толстую мацу или нет. И говорит Мишна, что значит, сколько это толстая маца шириной один кулак, 10 сантиметров. Лепешка. Это целая лепешка. Поэтому говорит Хахамим, что значит целый кулак. То объясняет Гмара, в Бет-Амикдаше у нас был лехем апаним, хлеба для приношения, которые были на столе 12 хлебов, которые потом отдавали кухенам. То этот хлеб, он был маца, он не был хамец, и толщина его была один кулак. И он был, как мы сказали, маца, но говорит, объясняет Гмара, что это отличалось. Почему? Кто делал этот хлеб? Это делали коним, которые были очень проворны. Они его очень хорошо обрабатывали, это тесто, работали над ним тяжело. Кроме этого, использовали только сухие бревна и деревяшки для того, чтобы расколоть эту печь. Кроме этого, эта печь была всегда горячая, она была... всегда горячая и была металлическая. То есть все эти условия делали возможным то, что несмотря на то, что эта маца была такая толстая, она не становилась хамец. У нас же, если мы делаем толстую мацу, то она, пока она вся испечется как надо, мы боимся, что она станет хамец, поэтому сегодня у нас маца очень-очень тонкая. Дальше. Так говорит, как дальше объясняет Гмара, сказал Равина или сказал Рабейну Акадош или Рав, что патме руба, что значит толстый хлеб, толстая маца, это значит, что человек не имеет права печь в йом-тов слишком много хлеба. Да. Почему? Потому что он зря себя утруждает. Так говорит Бет-Шамай, эну фин пат ава бе йом-тов. Почему это не необходимое утруждение на йом-тов? Поэтому нельзя это печь на йом-тов. Бет-Хилель говорит, можно печь. Что значит Бет-Хилель говорит, можно? Бет-Хилель говорит, когда человек ставит хлеб в печку, чем полнее эта печка, тем больше там хлеба, тем лучше он печется. Поэтому Бет-Хилель говорит, он это делает для пользы Йом-Това, поэтому Бет-Хилель разрешает. Дальше говорит Гмара, Тану Рабанан Йоцим Бепад Нехия. Говорит Гмара, что можно мацу делать из белой муки, даже если это твердый хлеб, не совсем белая мука. И также маца имеет право быть с разными... начинками? Не начинками, а узорами. Вырезками, то есть разные виды. Теперь так говорит Мара, но на самом деле сегодня мы мацу делаем только круглую, чтобы не было этих разных форм. Я знаю, рыбки, звездочки и так далее. Теперь говорит Мара, объясняет дальше так. Есть два объяснения. Одно объясняется, это кому это лошель, коладам амру, эла шель нахтом амру. О чем мы беспокоимся? Когда человек делает эту форму, пока он будет делать эту форму, это тесто уже станет хамец. Дальше Гмара говорит, а что если у него есть форма? Выжимать, сразу выдавливать это. Все равно, говорит Гмара, это запрещено. Есть два объяснения. Одно говорит, что это запрещено для тех, кто печет эту мацу. Для бейкерис, для пекарен, потому что они хотят, чтобы это было четко и красиво, чтобы их купили. А тот, кто делает дома, он не беспокоится об этом. Другое объяснение наоборот, что тот, кто делает дома, он хочет сделать как можно лучше. И поэтому ему запрещено, а в пекарне можно. Опять мы видим, в Гмаре есть спор. Но сегодня мы делаем круглый мацот без разных форм. Дальше говорит Гмара. А Рабби Йоси объясняет по-другому. Он говорит, какую мацу, если это тонкая маца, как у нас сегодня, можно там делать разные формы, потому что она не будет хамец быстро. Если это толстая маца, то Рабби Йоси говорит, что формы делать нельзя. Но, как мы сказали, сегодня мы формы не делаем. Дальше Гмара говорит так, у нас интересный вопрос, от чего, от какой муки, от какого теста нужно отделять хал. И есть разные у нас вещи, есть суфганиот, это как спанч, хлеб такой, есть дувшанин, это биндовый хлеб, и есть как вафли, и сритин. Кроме этого есть хала, которую тесто опустили в кипяток. Или хлеб, который смесь трума и хулин. Теперь есть здесь спор Риш Лакиша и Рабби Йоханана. Что можно и что нет. У нас сегодня принято, что
халу мы отделяем с благословением от того теста, из которого пекут хлеб. Если жарят или еще что-то, тогда халу отделяют без благословения. Это спор в нашей гморе между Реш Лакишем и Раби Йохананом. Спор там, то, что делается в казане, или то, что печется на солнце. Это считается, что это испеклось? Нужно от него халу отделять или нет? Один говорит да, один говорит нет. Но, как мы сказали, сегодня отделяем халу от того, что печется в печке. На этом мы закончим сегодняшний лист. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.